Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать на канал F1 Stealthic. Мы снова в строю, и сегодня у нас самая интересная шкурная тема – это зарплаты гонщиков Формулы-1. Кто сколько заработал в 2023 году, кто в несколько раз превысил свой номинальный оклад, а кто остался на том же уровне. О шестизначных зарплатах гонщиков судачат, конечно, и как фанаты, так и простые люди. Оригинальные вещи любимых пилотов и команд прямо из Европы в интернет-магазине formulasport.pro. formulasport.pro. Твоя формула, твой мерч. А еще на сайте есть информационная колонка, где я пишу новости о самых главных событиях в мире Формулы-1. Так что заходите, регистрируйтесь, комментируйте и заказывайте мерч Формулы-1. Это на самом деле интересная тема, но здесь со стопроцентной вероятностью очень сложно попасть в правильные цифры, потому что все это всегда овеянными слухами, и какие у кого с кем спонсорские контракты, какие премии у гонщиков, досконально никому не известно, но известно то, что есть некая базовая величина и премии, и спонсорские контракты, но мы, естественно, условия контрактов никак не сможем узнать, но тем не менее, по некоторым данным из источников, сможем определить хотя бы примерную величину зарплат гонщиков. Свои рассуждения я попытаюсь построить на двух источниках доходов. Одна из них была в начале года, другая в конце. Одна пришла из мира спорта, другая из финансового издания. Ну и начнем мы, естественно, с чемпиона, с трехкратного чемпиона. Макс Ферстаппен в Red Bull заработал $70 миллионов за 2023 год. При этом, по разным источникам, базовая величина у него была зарплаты 45-55 миллионов, а 15-25 миллионов он заработал непосредственно в 2023 году своими прекрасными выступлениями. В них входили спонсорские контракты, оплата за очки, премии за чемпионство, ну и так далее и тому подобное. Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых гонщиков занял никто иной, а как соперник Макса за титул 2021 года Льюис Хэмилтон с 55 миллионами. При этом базовая величина составила около $35 миллионов. Тем не менее, по высоким стандартам самого Льюиса это можно назвать разочарованием. Конечно, это не шестое место, как было в 2022 году, но третье место это тоже не борьба за титул. Да и победить Льюису за эти два года ни разу не удалось, в отличие от его напарника. На третьем месте никто иной у нас, как двукратный чемпион, дед этого сезона Фернандо Алонсо, 34 миллиона, но здесь самое большое противоречие, которое... Только может быть, потому что базовый контракт Фернандо якобы составлял всего лишь $5 миллионов, но за счет того, что он круто выступил, да, то есть неоднократно увеличилась зарплата, с другой стороны, источник более официальный, он, скажем так, говорит о том, что базовая зарплата Фернандо была около 20-24 миллионов, а премиями и своими подиумами и очками он еще заработал 10 миллионов, и вот итоговая сумма $34 миллиона. На четвертом месте в рейтинге у нас Серхио Перес с 26 миллионами. Его вице-чемпионство принесло ему дополнительных 16 миллионов премий, а зарплата базовая 10 миллионов. Здесь данные вот точно-точно совпадают. И второе большое противоречие по зарплате, которое я встретил, это Шарль Леклер. По оценкам конца года Шарль заработал около 19 миллионов. При этом 5 миллионов из них премиальные, но в источниках на старте сезона говорилось о том, что у Шарля зарплата больше, чем у Льюиса Хэмилтона, 36 миллионов, что не соответствует, судя по всему, действительности. Далеко не идеальная ситуация по цифрам и у Ланда Норриса, у которого 15 миллионов заработка и 6 место в топе, 10 премий, 5 миллионов зарплата, но некоторые источники на старте сезона утверждали, что у него зарплата базовая 20 миллионов, поэтому здесь, конечно, непонятно, хотя Ланда, в принципе, и хорошо провел вторую часть чемпионата и заработал очков, но, тем не менее, противоречивая ситуация. На 7 месте идет Карлос Сайнц с 14 миллионами, где базовая зарплата составила 8, а премии около 6. Тем не менее, цифры более-менее совпадают, потому что на старте сезона речь шла о 10 миллионов базовой зарплаты Карлоса. Напомним, единственного победителя, кроме Red Bull в этом сезоне.
Восьмое место по итогам чемпионата и восьмое место в топе по зарплатам. 9 миллионов Джордж Рассел. Базовая ставка у него 4 миллиона и 5 миллионов премий. Хотя в начале сезона говорилось о том, что Джордж у нас зарабатывает 8 миллионов. Это базовая величина. Девятое место между собой делит Пьер Гасли с 8 миллионами и также Оскар Пиастри. Только вот базовая величина, как вы понимаете, у них прямо противоположная, потому что у Пьера это была величина в 5 миллионов, а у Оскара около 2-3 миллионов. Тем не менее, Оскар за счет своего прекрасного дебюта добрал премиями, там, подиумами своими, победы в спринте, набрал хороший ход и заскочил с Пьером Гасли в десятку. Прежде чем мы перейдем ко второй части зарплат с гонщиков в 2023 году, я хочу, чтобы вы написали в комментариях, у кого эта зарплата справедлива, а кто на самом деле переоценен и не стоит ему платить такие большие деньги за его выступление. Ну и во второй части пройдемся по тем зарплатам, которые не особо могут впечатлить. Это вторая десятка. Валтери Боттас на контракте с Альфа Ромео заработал около 7 миллионов долларов. Примерно же эти цифры и у Эстебана Окона из Альпин. Впечатливший в прошлом сезоне Кевин Магнуссон договорился о зарплате 5 миллионов, но пришел Ника Хюлькенберг всего лишь с 2 миллионами и подбросили Гюнтеру Штайнеру основания для того, чтобы эту зарплату Кевину порезать. Лидер Вильямс Алекс Албон у нас зарабатывает 3 миллиона. У Лэнса Стролла зарплата всего лишь 2 миллиона, несмотря на то, что его отец является владельцем команды и сам по себе он обладает состоянием, которое оценивается в 3,2 миллиарда долларов по разным источникам. Но сыну большую зарплату он не торопится платить, ну, наверное, тоже понятно по каким причинам. Ник де Врис, который у нас выбыл в середине чемпионата из Альфа Таури, который не доехал сезон, заявленная зарплата 2 миллиона, возможно, в Red Bull ему эту зарплату и заплатили, даже с тем фактом, что его выперли посреди сезона. Доктор Хельмут Марко, взяли на его место Рикьярдо, потом Лоусона. В общем, по этим трем гонщикам достаточно сложно правильно сопоставить, какая у них зарплата, потому что они провели не полный сезон. Но, тем не менее, данные на начало года по Нику де Врису были именно такими. Гуаню Джо у нас из Альфа Ромео зарабатывает 2 миллиона, Юки Цунода и Логан Сарджент по 1 миллиону, ну и плюс Логан Сарджент набил на почти 5 миллионов долларов машин, но, как ни странно, его продлили на следующий сезон. И вообще, в принципе, этот сезон у нас примечателен тем, что в 2023 году, за исключением вот смены Ника де Вриса на Лусона и потом на Рикьярдо, никаких не будет трансферов, и все остаются на следующий год в тех же командах, которых заканчивали и этот год. Всем спасибо, кто досмотрел ролик до конца. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. И до новых встреч на канале F1 Stealth. Поздравляю всех с предстоящими праздниками.